Так, всех приветствую, мои дорогие друзья, подписчики на моем канале. У нас сегодня очередная партия посылочек с сайта AliExpress. Во время просмотра не забываем подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы увидеть очередные мои видео. Итак, открываем первую посылочку. Написано фирма Кафеле. Уже такой я заказывал. Тут USB шнур. Должен быть USB шнур. Да. Тут такой вот USB коротенький шнурок. Эта вещь очень такая хорошая, когда у вас пауэрбанк. Вам нужен небольшой шнур, чтобы нигде не телепался. И тогда вот такой вот подходит USB кабель. Так, да, как я и говорил, он коротенький, всего лишь 50 сантиметров. Так, технические характеристики у нас здесь нету. Вот так вот. Здесь на коробочке не написано. В принципе, я же говорю, сейчас мы проверим его работоспособность. Так, у нас здесь имеется вот такой вот тестер, как обычный, синенький. Так, зарядка, который выдает у нас 5 вольт, 1000 миллиампер часов. То есть, сейчас мы здесь его подключим. То есть, так, все у нас тут заработало. Берем наш телефончик. Так, у нас вот тут такой вот телефончик. Сейчас мы подключаем зарядочку. Подключаем к телефончику. Апача, я к телефончику не подключу, так как здесь разъем Type-C. Я походу при заказе трошки ошибся. То есть проверить я его не смогу, так как у меня ничего на Type-C нету. Так что, увы, проверить я его, я говорю, не смогу. Ну, вот такой вот кабель. С этой фирмой я уже заказывал кабеля. Приходили они отличные. Ни одного бракона не было. Так что, вот такая вот штукенция. Ну, кому-то пригодится. Такой вот небольшой кабелечек. Так, следующий. У нас посылочка с сайта AliExpress. Так, что у нас здесь написано? У нас здесь написано фишинг. То есть товар для рыбалки. Сейчас мы здесь быстренько. Так, интересно, запаковано. Так, коробочка маленькая. Соберем этот, откидаем. Больше ничего там внутри у нас нет. Здесь у нас товар для рыбалки. Интересно. Интересно. Ага. А у нас тут такая вот маленькая катушечка. Катушечка у нас такая вот маленькая для рыбалки. С лесочкой. Так, вот все у нас тут работает. Здесь у нас... Оф, честно говоря, такой катушкой ни разу не пользовался. Попробовал заказать, думаю, закажу себе. То есть так, не до конца включил. Да, все. Здесь у нас работает. То есть на обратную не работает здесь. Оф, туда-сюда. Здесь он переключатель на клик. Туда-сюда. Так. И оф. Left. Будет крутиться в левую сторону. Да, это будет крутиться в правую, это будет в левую и блокирует. О, прикольненькая такая вот катушечка с лесочкой. Так, на лесочку намотан скотч, чтобы не разматывался. Здесь у нас регулировка тяжкости, я так понимаю. То есть здесь регулировка. О, здесь выстрел. Что-то я здесь не вижу этой регулировки. Уже ее разобрал. Попользоваться уже походу разобрал. Так, я думаю, что это регулировка, но я так понимаю, что это не регулировка. Или регулировка. Но я не могу здесь проверить, здесь надо ниточку. Так. Сейчас мы здесь заберем
ниточку. Давно хотел, кстати, такую вот себе катушечку. Она очень легенькая. Да, вот. Катушечка с лесочкой. Так, это у нас обычный скотч. Так, ага. Все, скотч сняли. Такая вот у нас вот лесочка. Сейчас мы переключим на R. Что-то она не блокируется. Да, все. Все. Так, здесь у нас такая вот оно. Попробуем, трошки слабее будет она прокручиваться или нет. Или она просто тупо блокируется. Да, она тупо блокируется и все. То есть, если вам надо чуть ослабить. То есть она просто туда-сюда крутится. Ну, я же говорю. Хотел всегда ее попробовать себе, такую вот штукенцию. Такую катушечку себе заиметь. У меня была всегда. Так, довольно-таки легенькая. Написано Чина, Китай. Материал. Она вот пластмасса. Все пластмасса. Хотя вот эта штука такая тяжелая. Да, это все пластмасса. Кроме вот этой вот ручечки. А так все остальное пластмасса. Так что. Так, на данный товар будет ссылочка в описании. Это уже моя вторая катушечка с Алиэкспресса. Первый так я не успел потестировать. У меня не получилось выехать на рыбалку. Так что, ничего, я думаю, что вторую мы потестим. Может, потом снимем отдельное видео к данному девайсу. Такая вот у нас катушечка. Вот не знаю, как будет, конечно, этот механизм работать. Он такой уже стрёмный. Матрица вверх, матрица вниз. То есть включили сюда и все разматывается. Включили сюда и все. И стоп. Сюда. Вот это сюда положение. Сюда. Ну, в принципе, все ясно. Вот такая вот у нас тут катушечка запакована отлично. Пришла целенькая, не сломанная. То есть покупкой я доволен. Ссылка на все товары будет, под, как всегда, под видео. Переходим. Заказываем. Не стесняемся. Есть вопросы, задаем вопросики. Всех до новых встреч. Еще раз попрошу подписаться. Клацнуть колокольчик. И вы не пропустите мои дальнейшие видео. Всем пока!